Всем привет, ребята! И сейчас, к сожалению, вас Настя не может поприветствовать, потому что она пошла по важным делам. Но сейчас, как видите, я вас приветствую. И я тут такая сижу на этом прикольном кресле и думаю, как бы мне порадовать Настю. Ну, потому что она скоро вернется, я ничем не рада, только она меня балует. Я подумала, точно нужно приготовить салат. А Настя салаты любит. Ну, сначала, ребят, запоминайте рецепт. Чтоб вышел вкусный салат, нужно туда добавить самые любимые продукты. Открываю холодильник. И сначала нужно туда добавить помидорчики, потому что я их люблю. Вот, вкусные помидорки. Помидорки. И добавить туда вкусные чипсы. Дальше заливаем чуть-чуть молока. Добавляем обязательно огурец. Какие-то сливки тут есть. Сливки понадобятся. Все это быстро загружаем. И нужно туда добавить мороженое. Потому что мороженое самое вкусное. Немного тут его полежу и добавлю. И осталось все хорошо только заправить майонезом. Но у меня майонеза нет. У меня есть только кетчуп. Тогда добавляем кетчуп. И главное, что оно все не сгорело. Хотя я уже могу все снять с плиты и поставить на тарелку. Мой самый вкусный во всем мире салат. Готово. Тут, конечно, немного кетчупа осталось. А ладно, Настя все приберет. Осталось только ее саму подождать. Ну, когда она вернется, я вам все сама покажу. А пока что ждем. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. О, походу, Настя пришла. Так. О, Настя, привет. Привет, Рони. Я тут слышу, у тебя тут вкусные запахи. Да, я тебе приготовила салат. О, салат. О, Ронни, какой красивый салат. Садись, садись. Ну, спасибо, Ронни. Сейчас я его попробую. Ну, как тебе? Странно, вкусный салат. Ну вы, ребята, подписывайтесь, там кнопочку подписаться жмите. Только куда там Настя ушла? Настя, ты где?